В буддизме и в квантовой физике есть принцип неопределенности. Вы об этом тоже говорили вчера. So in Buddhism and quantum physics there is a principle of uncertainty. Heisenberg. Yes. И то, что мы не наблюдаем, and the thing that we perceive, находится в неопределенности. It's uncertain. Возвращаясь к истории с мужем и женой. So if we come back to the story of man and husband and wife. Вы вчера сказали, что если он будет сеять семена, you told that if he will plant a seed, что он не хочет мыть посуду, that he doesn't want to wash the dishes, и она будет сеять семена, что она тоже не хочет мыть посуду. Что она хочет мыть, чтобы он был мыл посуду. Вы сказали, что so, они... So she will plant her seed, he will plant his seed. Вы сказали, что они оба могут достичь того, что они хотят. So you told that they both can achieve at the same time. Yeah. Означает ли это? So does it mean? То, что они оба создадут две реальности, so they существующие параллельно. Reality which will coexist parallelly. Или это означает то, что они создадут, ну, скажем так, изменят свой взгляд на одну и ту же проблему? Or does it mean that they will change their point of view on this problem? Yeah, good question. There's a thing, I don't think you have it, but it's called a refractometer grating. It's a grating, like it looks like this. Есть такая штука, называется рефрактометр. And if you put film on the other side. Если пленку поставить с противоположной стороны. And you send particles. И отправить частицу через эту решетку. Through the holes. Там щели в этом рефрактометре. Then if light is moving like a particle. То по идее, если свет движется как частица. You should get the same shape on the other side. Вам нужно получить, вы получите на пленке полосы одинаковые. But if light moves in a way. Но если свет движется как волна, they will come out this way. То они распространяются как волны. And the waves will cancel each other. И волны будут компенсировать друг друга. And it will make a different pattern on the other side. Другой рисунок на пленке. Heisenberg, one of those ideas. Идея Хайзенберга как раз одна из этих идей. If you have an observer, заключается в том, что если есть наблюдатель, watching the light, наблюдающий за светом, it behaves like a particle. То он ведет себя как частица. Put it in a different place. Но если вы берете этого наблюдателя, it will behave like a wave. То будет вести себя ситуация как волна. How does the light come from the sun to the earth? Как свет попадает от солнца к земле? We don't know. Мы не знаем. We still don't know. Мы до сих пор этого не знаем. Is it particles? Это частицы? Or is it waves? Или это волны? It can't be both. Не может же быть одно и то же. But it is. Но так и есть. And this is one of the great problems of science. И это одна из крупнейших проблем науки. In this system. В этой системе. It's not very difficult. Не очень сложно понять, как это происходит. Okay. It can be a pen. It can be a pen. Это может быть ручка. And it can be a chimpanzee. И это может быть палочка. In the same room. В одной и той же комнате. At the same time. В одно и то же время. It just depends on the seed of the person watching. И это зависит от семян того, кто наблюдает этим объектом. If the person watching sees a chimpanzee. Если существо, которое наблюдает этот объект, видит его как палочку для жевания. If their seeds make that a chimpanzee. Если их семена сделали из этого объекта палочку. Это. Значит, это существо собака. И именно потому, что их семена сделали из этого объекта палочку. If they are human, а если это... Sorry. If the seed, а если семя makes them to see a pen, заставляет видеть это существо ручку, то это существо человек. And that's what makes them a human. И именно это заставляет быть это существо человеком. Very interesting. И это очень интересно. Can there be an animal realm? Может ли быть здесь царство зверей? A dog world. Мир собак in this room, в этой комнате. At the same time, и в то же самое время, there's a human room, чтобы здесь было царство людей in this room. В одной и той же комнате. What do you think? Что вы думаете? Yeah, of course. Да, конечно. Dog will see one thing, собака будет видеть одно. Human will see a different человек будет видеть другое. And that makes you a dog. И именно это будет делать вас собакой. And that's what makes you a human. Именно это будет делать вас человеком. So here comes a bigger question. Возникает еще больше вопрос. Every minute, каждую минуту, every second, каждое мгновение, you are making 65 seeds.
Вы создаете 65 семян. All the time. Каждым, все постоянно. You never stop. Вы никогда не останавливаетесь. Even in sleep, даже во время сна. You are making seeds. Вы создаете семена. You are thinking. Вы думаете. You are dreaming. Вы спите, вам это сны. It causes seeds. И это все семена. 65%. 65 в секунду. And и each seed, каждое семя, is doubling every day. Удваивается каждый день. In one month it becomes 1 billion. За один месяц будет миллиард. Each of the 65. Каждый из 65 becomes 1 billion. Станет миллиардом. In one month. За один месяц. Then you are making 65 per second. И вы продолжаете делать 65 за секунду. How many seeds in your mind? Сколько семян у вас в сознании? Billions and billions. Миллиарды миллиардов. Then when they open. Когда они раскрываются, we talked about it last night. Мы говорили об этом вчера. I'm moving my arm. Я двигаю своей рукой. Okay. Is my arm moving? Моя рука двигается. No, check this out. Нет, проверьте. There's a door. Вот здесь дверь. Okay, I'm gonna walk through the door. Я пройду через дверь. Right now the doorway is a little small. Сейчас дверь немного маленькая. My seed. Мое семя. Is creating. Создает. A small doorway. Маленькое пространство. It got bigger. Оно стало больше. The doorway got bigger. Стало проем больше. From where? Откуда? From my seeds. Из моих семян. My seeds are making a bigger doorway. Мои семена сейчас создают больше проем дверной. Now the doorway is really big. А теперь это реально большое пространство. Okay? It's everything I can see. Я могу там все видеть. That also coming from my seeds. И это тоже происходит из моих семян. Russian people love to go deeper. Русские любят идти глубже. I'll give you something difficult. Я вам дам все сейчас очень сложно. I didn't walk through the door. Я не прошел через дверь. Nothing happened. Ничего не произошло. Я не двигался. My mind. Мое сознание made a small door. Создал маленькую картинку двери. In my mind a medium door. Затем он создал картинку средней двери. My mind made a big door. Затем он создал большую картинку двери. And it feels like I'm moving. И чувствуется так, что я двигаюсь. Here. Вот то же самое. 65 pictures. 65 картинок. 65 pictures coming out of your seeds. Сейчас 65 картинок выходит из ваших семян. I'm not moving my head. Я не двигаю своей рукой. Your mind is making. Ваше сознание создает семена, которые заставляют вас это видеть. Who's speaking today? Кто сегодня говорит? You. Вы говорите. I like it. И мне это нравится. It means if my speech is boring, it's your fault. Это значит, что если моя речь для вас скучная, это ваша вина. And if it's good, если вам нравится, it must be me. Это значит, что точно я. Okay, now I'm done. Why am I talking about it? Почему я об этом говорю? You can understand towards the end of your life. Вы можете понять, что до конца оставшейся вашей жизни. You are collecting more seeds than you are using. Вы накапливаете больше семян, чем вы можете потратить. You are using 65%. Вы используете 65 за секунду. You are making 65%. И сделаете 65 за секунду. But the ones you are making are doubling. Но то, что вы делаете, удваивается. So every year. И каждый год. You have more and more seeds. У вас будет больше и больше семян. In your mind. В вашем сознании. Nothing. Ничто. Can destroy. Не может их уничтожить. Nothing in the world. Ничто в мире. Can destroy. Не может уничтожить семя. If it's possible to just cancel some seeds. Если можно просто уничтожить какие-то, отменить семена. Like cancel some flights. Отменить какие-то полеты. Let's cancel the flight to Peterborough. Давайте отменим полет в Петербург. I just want to fly to Краснодар. Я хочу в Краснодар. Cancel the flights to Peterborough. Отменяем полет в Петербург. Let's say that's a bad seed. Допустим, что это плохое семя. Краснодар is a good seed. А Краснодар это хорошее семя. Of course, every human being wants their bad seeds to go away automatically. Конечно же, любой человек хочет, чтобы его плохие семена автоматически отменились. Yeah, I made some mistake, but да, слушай, я сделал ошибки, ну кто их? You have this feeling. Ну это вот чувство вот. Those seeds shouldn't open. Ну эти семена не должны раскрыться. Then all the nice things I did. А вот все хорошие вещи. Those seeds should open. Вот эти должны раскрыться. Quickly. Okay. Like that. We all have this feeling. I also have this feeling. У нас у каждого есть это чувство, и у меня оно есть. But if that would happen. Но если бы так было. There's no justice. Не было никакой справедливости. The universe. Вселенная it имеет справедливость. Everything that happens to you, you deserve it. Все, что с вами происходит, вы это заслужили. Every good thing that comes to you, все хорошее, что к вам приходит, you earned it. Вы заработали это. You made the seeds.
Вы создали семена для этого. Все плохое, что с вами происходит. Вы заслужили это. Вы создали эти семена. Никакой ошибки нет. Это закон. Закон Вселенной. Is there more mass to planet Earth, or is there more mass in this pen? Which one? Больше веса, массы в планете Земля или в этой ручке? В чем? The Earth. В Земле. What happens if I let go? Что произойдет, если я опущу этот предмет? It will fall. Он упадет. It's not really falling, it's just attracted to the bigger mass. Он на самом деле не падает, он просто привлекается к большей массе. If I'm a Muslim, will it change? Если я мусульманин, это как-то поменяется? No. Нет. If I'm a Buddhist, если я буддист, это как-то поменяется? No, it's a law. Нет, это закон. It doesn't matter. Неважно. It will fall. Он упадет. This mass is more. Поскольку масса этого объекта больше. If you hurt somebody, если вы кому-то навредили, that seed, это семя it will stay in your mind останется в вашем сознании until you have a problem. До тех пор, пока у вас не будет проблемы. It opens and you have a problem. Оно раскроется, вы получите проблему. Okay. It's a law. Это закон. When you come to the end of your life, когда вы подходите к концу своей жизни, у вас миллиарды неиспользованных семян. Then what happens to them? Что произойдет с ними? They cannot disappear. Они не могут исчезнуть. They are indestructible. Они неразрушимы. The body will die. Тело умрет. Seeds will stay. Семена останутся. Then what will happen? И что произойдет? Seeds will open. Они раскроются. In their time. Когда придет их время? You know, in their 3-month watermelon time. Вот это вот время, которое требуется арбуз для того, чтобы раскрыться за 3 месяца. They will open. Они раскроются. They will create. И они создадут a new place. Новое место. And they create the person to walk into the new place. И они создадут того человека, то существо, которое зайдет в это место. My seed created that door. Мои семена сейчас создают эту дверь. And the same seed is creating me. И те же самые семена создают меня. When the seed opens, it splits. Когда семя раскрывается, оно разделяется. Object and subject. Объект и субъект. One coming from one seed. Из одного семени. I said something intelligent a year ago. Я сказал что-то умное год назад. That seed stayed in my mind. Это семя осталось в моем сознании. It opened in this moment. Оно сейчас раскрылось. Like that. Вот так. Opened and split. Раскрылось и разделилось. Become the object. Стало объектом. And become the subject. И субъектом. I get to see intelligent person. Я сейчас вижу умных людей. He created by my seed. Он создан моими семенами. And I'm created by the same seed. И я также результат этого семени. So, 5 minutes after you die. 5 минут после того, как вы умрете. 5 minutes after the body stops. 5 минут после того, как ваше тело остановится. Что произойдет? Семя раскроется. Creates a person. Создаст человека. And creates a world. И создаст мир. And you will go to a new world. И вы вступите в этот мир. But you're not going there. Но вы туда не вступаете. I'm not walking to the я не прохожу в этот дверной проем. It feels like that. Мы чувствуем, что это так. So the seeds are indestructible. Семена неразрушимы. What Jesus said. То, что сказал Иисус, you get what you get. Вы получаете то, что вы даете. It doesn't stop when you die. И это не становится после того, как вы умрете. The law is stronger than that. Закон сильнее, чем ваша смерть. The law is stronger than the life of your body. Закон сильнее, чем жизнь вашего тела. And it lives longer. И оно живет дольше. If this can happen to you now, если это может случиться с вами сейчас, then of course anything can happen after. То, конечно, может случиться и после. And you will go somewhere. И вы куда-нибудь отправитесь. Then will it be a nice place or a bad place? Будет это хорошее место или плохое место? Depends on your seed. Зависит от ваших семян. Okay. This whole thing, Christian thing, все христианство. If you're a good person, you go to heaven. Чтобы вы хорошие, вы отправитесь в рай. If you're a bad person, you go to heaven. Вы плохой, отправитесь в ад. It's true. Это правда. It's true. Это правда. But there's no heaven or hell. Но не существует какого-то отдельного рая или ада. I used to be at home when I was a kid. I dig in the dirt. Я когда был маленьким, я дома копался в грязи. My mama said, "Don't do that." Моя мама говорила, не делай этого. Actually, she doesn't want me to get my clothes dirty. Она вообще даже не хотела давать мне мою одежду. But what she told me was, you will hit China. If you keep digging. Она не хотела, чтобы я испачкал штаны, но она не говорила, если ты будешь долго копать, ты ударишься в Китай. You will hit China. Ты докопаешь до Китая. Then you will fall out. И выпадешь. First you hear. Сначала ты зажевал. Then you will fall out. Потом выпадешь. Stop getting your clothes dirty. Перестань пачкать свою одежду. That's your system. Это была ее система. People think the hell is down there someplace. И люди думают, что ад где-то вот там вот.
heaven is not different. А рай не тот там. It's not like. Но не так происходит. What seed you have in your mind? У вас есть семя в сознании. It will open. Оно раскрывается. And it will create them. И оно создаст это место. Okay. So to answer your question. Итак, отвечая на ваш вопрос. Which is a good place to stop. И это хороший способ, хорошее место, на котором остановиться можно. No, существуют ли две реальности в этой комнате? Yes. Да. Is there heaven? Существует ли рай? Yes. Да. How do I go there? Как я туда попаду? Use this system. Используй эту систему. Plant good seeds. Сажай хорошие семена. Take care of other people. Заботься о других людях. Give them what they need. Добавим то, чего они хотят. Okay. It plants good seeds. И это будет сажать хорошие семена. Slowly. И постепенно. The room changes. Комната поменяется. The city changes. Город поменяется. The country changes. Страна поменяется. The world changes. Мир поменяется. Then you're in a perfect world. И тогда вы в идеальном мире. Thank you. Спасибо.